Слетело! Всем привет, друзья, с вами Джонни, и сегодня выходит новая ловля на проекте Аризона в GTA 5. Вся подробная информация о том, как начать играть, есть в описании. Самое главное, при регистрации вводите мой промокод, а именно STAR маленькими буквами. Благодаря нему при старте вы получите 2000 игровой валюты, а также при достижении 5 уровня целых 50 тысяч. Не буду долго задерживать, желаю вам приятного просмотра. Че, куда едем, получается? Получается, мы сейчас куда едем? Я не знаю, он сказал, что отдает Камри. Ваня, я не знаю, что он хочет, просто он сказал то, что отдает. Пацаны, я не знаю, что. Ну, он получил, получается, машину. Да, вот, видите, Камри. Ага, вон я свою эвакуирую. Да, да. Мне интересно, вот. У меня сейчас просто мест, по идее, больше нету. Ты мне её сможешь продать? Да, чел предлагает за доллар. Да, я купил. Все, лол. А ну-ка, я ее заспавню сейчас. Да, вон. Вон она, ребят, Камри. Эвакуировать. Да, да, лол, она появилась. Лол, а почему ты вообще ее продал за доллар? Ходишь с проекта, типа? Проект фигня вообще. Проект фигня. Нестабильный. Обманчиво. Схема другая. Понял, вообще, понял. Вообще, недоработанный вообще. Все, 10 секунд. Блять, доеду, интересно? 200 метров. 150. Монтаж, 100. Блядь, сейчас челов сбил. Два. Блядь, я... Пейдей. Блядь. Нихуя не слетело. Нихуя, следующий пункт. Мазд ДБ, плюс бан. Блядь, я еще Мазд ДМ сделал, чел говорит, плюс бан. Забанят. Прикинь, забанят, реально. Блядь, извиниться может. Кстати, да, последний бой. Давай, брат. Еще сейчас будет. Нормально. Не поленись и нажми на эту красную кнопку. Всем приятного просмотра. Лукака. Лайфхак, ребят, смотрите, пишем в репорт, что нас убил читер. Есть, взял. Ну вот и все, в принципе. Пользуйтесь, ребят, пока работает. А кто продает? Да тут все хотят купить. Ты продаешь? Нет. А, я думала, ты продаешь. Кто продает место, пацан? Дрифтит кто-то там. А, там уже кто-то там дымит, прикинь, там говное дымит. Еще сколько? 10 секунд. Давай, сейчас, как обычно, нихуя не словлю. Не, если я словлю... 5 секунд, 5 секунд. Вань, не все равно. Я ловлю паркинг. Аризона П. Все, поедай, энд, ой. Блядь. Слетело! Ну еще не слетело. Арендовал! Поймал. Еще. Пошел. Поймал. Хру. Четвертый этаж, что ли? Взял! Слышишь, взял! Дома. А как-то ж не было. Домов нету. За сколько купите паркинг, ребят? Паркинг? Да. Джонни Старудели ловлен на пределе. Джонни Старудели ловлен на пределе. 602. Они уже не по 50 стоят, они уже больше стоят. Алло. Угу. Да, короче, давай, делаем ОЦ договор. Получается так. Давай тогда записывать договор. Через слэшбэш. Да. Что нужно написать, типа. А ты можешь через ДС подать, что у тебя вообще он да, есть? Да, без проблем. Балласы есть? На месте. Вы пидоры гнойные, ебаные хуесосы, я вас ебал, блядь. Спереду вас ДБШ нахуй, я старший долбоёбый. Ты позорник ебаный, нахуй. Выйди, долбоёб ебаный. Смотри, тебе сейчас 200 км просто руй своих хуесосов ебаный. Давай, блядь. Ты нажимаешь там, типа, сохранить, то он сохранит там последние 5 или 10 минут. Alt F10 сохранить, все, я понял.
Блин, да это я не разбирался, я так чисто запись. Круги балла убища. Ладно, это животное. Не, чело прям горит жестко. Смотри, Дэми, Дэми. Нахуй, пидорас, ебаный. Че, тебе легче стало от этого? Так, готов? Да, давай, сливай. Если что, загашу, давайте. Готов, да? Да, да, да. Завершил, давай. Скажешь, как. Взял? Все, давай, я тебе деньги переведу. Взял, да? Да, да, все, взял. Все, погнали. 100, да, 100, ровно. Да, все, 100 тысяч. Ну все. Все, спасибо. Спасибо. Было приятно иметь дело. Без наебок, без всяких. Тоже. Час ждал просто, чтобы ты понимал, час. Чтобы там отъехали вот всякие вот эти придурки. И продал в итоге парковку за 100 тысяч. В целом, друзья, как-то так. У меня есть еще куча таких моментов. Но мне главное видеть от вас отдачу. Поэтому давайте наберем как можно больше лайков под этим видео. И я буду чаще выпускать подобные нарезки. Ну а на этом, в принципе, все. Все подробности о том, как начать играть, будут в описании. Не забывайте указывать мой промокод. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. Ну а с вами был, как всегда, Джонни Стар. Всем пока!